Это стихотворение подарил мне автор на день рождения 19 лет назад. Стихотворение, которое автор написал 20 апреля 1993 года в 15 часов 50 минут, сидя в туалете. Я пишу неплохие стихи в туалете. Вновь пульсирует кровь в поредевших висках, а вокруг тише гладь на безумной планете. И заначка в носках, и порядок в войсках. Этой воли и прелести этой свободы не изведать уже никому никогда. И молчат надо мной туалетные своды, и гудят провода, и струится вода. Так обычно проходят последние годы. И далее неофициальная приписка от руки. И встает над сеном Давида звезда.